Среди зеркальных озер и могучих сосен на берегу живописного озера Пионерское расположился коттеджный поселок «Сосновый пляж». Он находится в 100 километрах от Санкт-Петербурга, в Выборгском районе Ленинградской области. Поселок расположился на мысе озера Пионерское, одного из самых красивых и крупных озер Карельского перешейка. Озеро славится рыбалкой. Здесь можно поймать окуня, ерша, леща и судака. А тем, у кого есть лодка, обеспечена незабываемая водная прогулка. На высоких берегах озера произрастают древние реликтовые сосны. Лес полон грибных мест и ягод, брусники и морошки, черники и голубики. Широкий песчаный пляж берега, над которым возвышаются вековые сосны, ароматный чистый воздух, зеркальная гладь чистого озера, неповторимая и уникальная карельская природа окружает поселок Сосновый пляж. В 10 минутах от Соснового пляжа расположен крупный поселок Красная долина. Здесь есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура – больница, детские сады и школы, почта, кафе и магазины, отделение банков. Дорога до Соснового пляжа от Петербурга по трассе Скандинавия или по Приморскому шоссе вдоль Финского залива займет чуть более часа на автомобиле. Жители поселка также смогут добраться и до Финляндии. Ближайший пропускной пункт «Брусничная» находится в 86 километрах от Соснового пляжа. Вблизи поселка находится ферма, где жители смогут приобрести натуральные, экологически чистые продукты. Поселок занимает площадь в 35 гектаров. Участки располагаются на первой береговой линии и окружены многовековым хвойным лесом. На некоторых участках сохранились крупные древние валуны, что позволяет создать необычный и неповторимый ландшафтный дизайн на участке. В поселке Сосновый пляж жители смогут проживать круглый год. Содержанием поселка займется профессиональная управляющая компания с большим опытом содержания поселков от застройщика. Контрольно-пропускной пункт, закрытый периметр и ограниченный скоростной режим движения на территории поселка гарантируют безопасность его жителей. Инфраструктура поселка будет дополнена рекреационной зоной, детской площадкой и организованным пляжем на берегу озера, пирсом и слипом для катеров и лодок. Коттеджный поселок «Сосновый пляж» – один из самых красивых проектов группы компаний «Факт», лидера на рынке загородной недвижимости Петербурга и Ленинградской области. С 2008 года «Факт» возводит коттеджные поселки в Ленинградской и Псковской областях. К осени 2017 года компании реализовано 5 крупных проектов, в которых уже проживает 700 счастливых семей. «Факт» – постоянный участник общественных мероприятий, официальный член профессиональных сообществ и обладатель премии КАИСА-2016. Сотрудники компании уверены, в каждом деле должен быть лидер. Это факт. Простор и настоящая северная красота Карельского перешейка, рыбалка и отдых в собственном уютном доме на берегу озера – все это делает коттеджные поселки от группы компаний «Факт» местом, где каждый может в полной мере насладиться всеми прелестями загородной жизни.